те, кто сидит сейчас в Ульяновске, что уже точно в январе они едут менять у нас. Это уже точно. И в Ульяновске уже у нас здесь мы, Мар-2, наш полк. У нас, ну как, ладно, 300 есть, ну и 200, что ли, вроде бы. Но в Ульяновске уже они не были нигде, ни в Украине, нигде. У них 30 300-х. Охренеть, где? Как? Это пьянки. Кто замерз от передоза, от всего. Ну, драки там по пьяни. Ну, похуй. Ой, вы на Украине, нахуй, вас нет, читай, нихуя. Они, в Ульяновске, в России, сидят, и то, 300-е. Я и говорю, они это, приедут сюда, Рэмбо, блядь. А что будет происходить, если они туда приедут, где вы сейчас вы находитесь? Они друг друга переубивают, что ли? Вчера эти дострелялись, первая рота наша. Гранатки дали просто, ну, по пьяни. Да прикалывались, короче. 16 штук прилетел туда. Ну, они сдали поход своей позиции. Угу. И туда прилетело. Да. Короче, я в ахуе просто.